За день до международных соревнований памяти заслуженного мастера спорта Константина Костенко на гребном канале «Чиж да гладь». Но уже завтра здесь будет шумно, напряженно и эмоционально. Ведь 200 спортсменов из 8 стран на 100% готовы показать, на что они способны. На алтайскую землю приехало 200 спортсменов из Азербайджана, Индонезии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии. Последние, кстати, пока что единственные и первые, кто тренируется на воде. Сегодня решили тоже приехать пораньше, сделать и утреннюю тренировочку, и вечернюю, чтобы еще более привыкнуть к каналу, к местной воде. Вода хорошая, ветер не мешает, эроза ветров отличная, то есть нету бокового какого-то ветра, который ставил бы в неравные условия спортсменов. Поэтому этим остались довольны. Турнир памяти Костенко в статусе международный пройдет впервые. Это стало возможным благодаря участию в нем на протяжении многих лет спортсменов из разных стран. У нас и прошедшие года стоял вопрос, участвовали международные различные команды, а статус был всероссийский. Угу. И поэтому некая проблемка была в этом. И раз участвует достаточно большое количество других стран, поэтому мы обратились год назад во Всероссийскую Федерацию с просьбой включить нас в план проведения международных соревнований. Заезды начнутся уже завтра с 10 утра. Спортсмены до 15 и до 17 лет выступят на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. А отдельная категория – взрослые попробуют свои силы на дистанции 10 километров. Вход для болельщиков свободный. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.